Установка чукотская. Конечно, вот официально полностью, да? А бывают случаи, когда вы где-то в других местах здесь на клубу высаживаете? Нет. Мы приехали на улицу Чайковскую по письму нашего читателя. Читатель жаловался, что трамвай номер 7, конечная остановка здесь, останавливается неправильно и очень неудобно для жителей. Мы решили выяснить, что происходит на самом деле. Вы скажите, а сами пассажиры не жалуются, что им неудобно подходить? Я как-то? Не слышала. Не слышали, да? Когда демонтировали остановку? В прошлом году. Вот, по-моему, осенью, да? В прошлом году брали, а так было удобно, потому что сядешь, ждешь трамвая. А по какой причине не сказали? Абсолютно никто ничего не сказал. А скажите, вам удобно дорогу переходить здесь? Да, по-моему, конечно, удобно. Ну, конечно, там есть светофор, почему не удобно? То есть все хорошо. Единственное, что проблема, что тут нету. Конечно. А так трамвай никуда не переходит. Остановку, понимаете, они иногда останавливаются вот здесь, иногда там. Кому туда удобно идти? Значит, там удобно. Кому сюда удобно идти, значит, здесь вот тут единого решения никогда не будет. Была железная остановочка. Стоял рядом ларек. Ларек демонтировали, исчезла остановка. Под солнцем, под дождем люди ждут трамвай под открытым небом. Вы скажите, а по какой причине переносили? Ну, пассажирка, одна и та же пассажирка жаловалась, что она выходит на проезжую часть. Хотя эта площадка точно такого же размера, как остановка Благодатная, Ровенская, Манежная. Одного и того же. А скажите, а вот саму остановку куда перенесли? Домик? Когда вы демонтировали? Остановку для посадки? Да. Тоже в прошлом году, но это без согласия нашего предприятия. Ее просто демонтировали и все, и увезли. Зачем переносить эту остановку в кусты? Площадки нет. Плюс еще у людей здесь палисадник. Получается, мы людей высаживаем в палисадник. Осенью дожди. Высаживаем в грязь. Освещения никакого. То есть выходят люди на темную, на слепую. Я же и фактически людям во двор. В связи с тем, что остановку удалили, мало того, раньше на площади Мичурина для водителей был туалет, потом его убрали. И в связи с чем вот здесь в углу у меня наблюдалось очень долгое безобразие. Жалобы наши в трамвайном управлении окончились нулем. Но потом у них там сменилось начальство, поставили им вот такой биотуалет. Ну а раз здесь стоит биотуалет, значит здесь трамваи должны останавливаться. Но перенести остановку вот сюда, где они стоят, видимо, они не осмелились. На прежнем месте почему-то не хотят. И вот теперь каждый водитель останавливается там, где он хочет. Например, высадку пассажиров может сделать вот прямо на шоссе. Там видели? Очень узкий промежуток. Или вот здесь. Но после дождя, например, это все мокрое. И люди выходят в мокрую траву, в грязь. Да, новенькие водители именно подъезжают сюда и здесь останавливаются. Ну, мало того, бывает и тротуар перекрывают. А у нас остановка, говорят, нас заставили. Я не знаю, как найти выход. Вот исторически, когда только-только построили этот трамвай, остановка была вот там, примерно возле мойки. Угу. Трамвай становился вот так наискосок, и он высаживал людей на дорогу на Чукотскую. Угу. Потом, когда здесь стала автомойка, плиты для остановки убрали, они мешали заезжать автомобилям, и остановка стала неизвестно где. Мнение о наиболее удачном месте для остановки и у всех пассажиров, и у всех водителей разные. Но самое главное, эта остановка должна быть оборудована. Вот здесь, на тротуаре, в палисаднике, людям тоже некуда выходить.